Каждому христианину при крещении дается в помощники и покровители святой, имя которого мы носим всю жизнь. Он заботится о нас и сохраняет от бед и несчастий. Молитва святому заступнику во всех молитвословах приведена именно в таком общем виде, как на нашем диске. Но на практике ее произносят иначе, с именованием чина святости небесного заступника. Например, «Моли Бога о мне, святый пророче, Божий Илие». Или «Святая равнопостольная Мария Магдалина». И так далее.